Даже если ты шел и бежал, и полз, а весь путь оказался напрасен, знай, что каждый твой день — это чистый холст и возможность его раскрасить. И если линии кривые, цвета не те, если больно, темно и грустно, ты рисуй, чтоб когда-нибудь на холсте появился шедевр искусства. Ты художник, и значит, решать тебе, будет облако или туча. Не макай свою кисточку в черный цвет, если это не крайний случай. Каждый день — это шанс научиться жить. И сам Бог, я уверена в этом, отвернуться не сможет от той души, что упорно стремится к свету.